Лука Модрич остается в Реале как минимум еще на один год. Хорватский полузащитник продлил контракт с испанским клубом до конца июня 2024-го. Он перешел в Реал Мадрид из Тоттенхема в 2012 году. В составе сливочных Модрич 5 раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, 4 раза в Суперкубке УЕФА. Играя за сборную Хорватии на мировом первенстве, в 2018-м выиграл серебро. В том же году получил золотой мяч как лучший футболист мира. После объявления о продлении контракта 37-летний спортсмен написал в своем твиттере: «Дом, милый дом».